Всем привет друзья, с вами Варчик И это как обычно не обзор на ВК-7501К Повод записать это видео даже не то, что прям хочется обозревать этот танчик, потому что он вообще ни о чем Это обычный тупо танк У него нет ничего имбового, такого сверх Ну пробитие 226, это уже не особо-то удивляет на 8 уровне У многих танков 8 левела пробитие такое, да и у премиумных тоже у СТ-шек там бывает пониже, бывает повыше, у ПТ-шек там по 250 пробития. В этом уже никакой особой фишки не видно. Альфа 490 Вау удивительно, не 440, а 490. А то что снаряды стоят просто невероятно до хрена, пушка с точностью 0.39 с ведением 2,7. Она просто тупо кривая. Ну и что что она кривая? Зато альфа 490. КД почти 15 секунд с доппайком нагибаю, веселись. Все параметры, которые у этого танка завышенные, а какие они завышенные? Одна альфа завышенная, зато пушка кривущая КД долгая. ДПМ там что-то 1600. Короче, ничего особенного в этом танке нет, он наиобычнейший. А из-за того, что у него еще и плохая броня, я бы его назвал даже не то, что обычным, а еще и не очень. Потому что это здоровенный, медленно ездящий, жирнючий тяж, а броня у него просто помойка лючок пробивается, это там начиная от седьмого уровня. Брони в лючке вообще нет. Люк торчит здоровенный. Пробивай его только в путь, там вообще нет брони. Там около 140 мм брони. Кто его не пробьет, этот лючок? Да любой, кто его встретит, пробьет любым снарядом. А он всегда торчит на голове, ты его никуда не денешь. Если у вас пробитие 250, то этот танк пробивается в щеке через раз. Он даже может иногда пробиваться в ВЛД, за НЛД я вообще молчу. И у меня вопрос, в каком месте здесь броня? Ее там просто нет, броня просто помойка. Это танк не бронированный вообще. На нем можно танковать только бортиком от какого-нибудь задания или укрытия. Либо с большого расстояния, если вам повезет и враги не попадут. В целом, да, он танкует, но играть на нем тяжело, даже против восьмерок. Я молчу уже за девятки-десятки. Плюс еще крышка двигателя не особо бронированная, и если вас стреляют сверху вниз, то могут спокойно пробивать в крышку двигателя. Плюс еще Арта, попадая в крышку двигателя, что делает? Поджигает ваш танк, и вы весело мчитесь в атаку весь в огне. Сказать, что это танк имба, да он ни в каком месте не имба. Он с натяжкой обычный, по серединке. А для многих это танк просто кусок помойки. Для меня это танк просто обычный, ну никакой просто. И весь этот видос, в принципе, создан для чего? для того, чтобы сказать, что владельцы защитников смеются. Почему? Потому что у них танк, у которого броня переапанная. Даже сами разработчики говорили, что они перестарались у защитника с броней, поэтому он и продается редко. А этот мусор продают за 1800. И видите ли, Юша говорит, что у этого тантика и броня есть, и плобитие, и альфа. Только ничего этого нет у этого танка по факту. Пробитие обычное, а из-за альфы КД 500 лет. А брони там вообще нет. И поэтому владельцы защитников плачут, что они купили дорогой танк, а тут рядом продают дешевую такую же копию имбу. Только этот танк вообще ни с чем не схож с защитником, и на фоне защитника он просто мусор. Ну да, вы купите за 1800, вы же экономист, и будете потом экономить на каждом бою, на своем удовольствии, которое вы не получите на куске говна, играя в картошку. Если вам нужен жирный бронированный тяж, вы можете бесплатно выкачать в немецкой ветке прокачки ВК-101П, и танковать хоть до усирачки. И пробитие там будет, и альфа и брони просто до жопы. Он еще и к тому же бесплатный. Вот там действительно владельцы защитника поплачут. А здесь чего плакать? Разве что от смеха поплакать, что это кусок помойки? Стоит ли этот танк покупать? Ну если вам нужен обычный танк за 1800, ну купите. Что вы на нем будете делать в рандоме? Сами думайте. Так для разнообразия поиграть на каком-то медленном заморыше. Больше этот танк вообще не нужен. Как основной танк в ангар особенно прем танк, эта помойка не подходит вообще. Оно не фармит, не нагибает, оно не имба. Если сравнить эти два танка защитника и ВК 7501К, то пробитие в принципе одинаково 225-226. Скорострельность у защитника, конечно же, лучше, потому что у него альфа 440, а у ВКшки 490. У ВН и у защитника на один лучше, при том, что у защитника еще и башня не сзади, как у ВКшки. Потом еще ДПМ у защитника лучше. Точность у защитника 0.42, что просто отвратительно. Но и у ВКшки 0.38, тут почему-то 0.37 в сравнении пишется. Что тоже, что то, что то очень кривое. Сведение отвратительно у обоих. Но у ВКшки по сведению и по точности лучше. Но честно говоря поиграл на ВКшки и даже впритык хрен куда попадешь. В принципе, как и на защитнике тоже пушка очень кривая. По броне здесь написано, что у защитника 130 лоб корпуса. А у ВКшки 180. Но по факту у защитника ВЛД не пробивается вообще. А у ВКшки ВЛД пробивается голдой, да и без голды иногда может пробиться. Поэтому вот эти циферки очень обманчивые и вообще не отображают никакой реальной ситуации. Удельная мощность у защитника немного лучше, максималка на 5 километров лучше, скорость поворота и башни и корпуса лучше и маскировка в два раза лучше. В принципе, по параметрам защитник во всем лучше, кроме сведения и точности. Если открыть броню и посмотреть с пробитием, допустим, 220 на броню защитника, то мы увидим что НЛД пробивается, в принципе, редко с таким пробитием, что 220 неплохое пробитие для восьмого уровня, допустим. ВЛД никогда в жизни вообще вы не пробьете, тут просто 300 плюс миллиметров. Лоб башни у нас вокруг пушки редко, там 20% может иногда пробиться. Голдой, в принципе, можно уже пробовать пробивать. Ну и лички 150 миллиметров довольно-таки небольшие, редко кто их выцеливает, но, допустим, я... Выцеливаю защитнику частенько эти лючки, потому что это самая у зона, но они довольно-таки маленькие и плоские. И по факту защитника кроме как в лючки 100% пробивать и некуда особо. Вот в принципе и все. Очень крепкая броня у этого танка в корпусе. Да, НЛД большое, но если его куда-нибудь спрятать, то по факту кроме лючков маленьких особо стрелять больше и некуда. А вот если мы с тем же пробитием пойдем смотреть на ВК-7501К, то здесь даже в ВЛД этот танк может иногда пробиться с тем же самым пробитием 220. А это уже значит, что заряжая голду, этот танк будет пробиваться даже восьмерками. Даже просто ПТ-8 левела будет иногда пробивать этот танк в ЛД. Здесь 250. У защитника 300-300 в ВЛД брони. А у ВКшки 250-240. В НЛД 200. То есть здесь броня намного тоньше в корпусе, чем у защитника. При этом защитник намного меньше. Плюс еще щеки точно так же, как у защитника, имеют те же самые 20%, что пробьются. Ну и лючок точно такой же, как у защитника. 150-160. У защитника 150. Но разница 150-160 небольшая, пробивать будут все, что защитника в лючок, что ВКшку. Но вы посмотрите, какого размера лючок у ВКшки. Кто его не заметит, навестись на него довольно-таки легко и пробить его тоже легко. Плюс еще у ВКшки крышка корпуса пробивается. И он еще и горит туда. Сыграл небольшое количество боев. Чуть ли не с первого же попадания от арты сверху. В двигатель вот сюда Он у меня уже загорелся Вот все Он просто горит А сюда арта будет часто попадать А фугасные танки часто стреляя в лоб башни Будут наносить вам весь урон В крышку двигателя Вы будете тоже гореть Потому что урон будет идти не в лоб башни А в более тонкое место В крышку двигателя В качестве брони ВК-7501К просто помойка Здесь особо брони никакой нет да, на нем правильно ромбовать нужно, чтобы пушка была на колесо, и тогда вы будете получать отличный ромб, в котором мы получаем все те же шансы пробития НЛД, такие же как у защитника, когда он вообще ничего не делает, а просто стоит ничего не делая ровно, даже тут еще и хуже. Да, мы будем танковать и бортом, и ВЛД, но щеки никуда не делись, люк на месте. Поэтому броня, честно говоря, херня полная. Особенно из-за того, что это танк здоровенный, неповоротливый, плюс у него еще вот эта крышка двигателя, это просто ужас. Ну и лючок невероятно большой. По факту, мне кажется, защитник по броне намного лучше. Чисто за счет того, что он меньше, компактнее, более маневренный, мобильный, лучше поворачивается. Его легче поставить хорошо позиционно за укрытие, чем этот здоровенный сарай. Плюс еще там лючки у защитника очень низкие и маленькие. Вот такой, в принципе, танк. Стоит он своих денег? Не стоит. Нужен вам? Не нужен? Я не знаю, сами решайте. На мой взгляд, этот танк максимум для чего может пригодиться. Это иногда раз в тысячу лет для разнообразия на нем покатать. Стоит ли это 1800 рублей? Сомневаюсь. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.